Сегодня такое настроение, что прям хочется мяса. Я решила приготовить говядину по-кремлевски. Берем кусочек говядины. Нужно нарезать ее на кусочки. Я нарезаю примерно вот на такой вот кубик. Всю говядину мы нарезали. Выкладываем все наше мясо в кастрюлю. Я почистила и нарежу его полукольцами. После того, как весь лук порезали, отправляем его в кастрюлю. Вот так вот прям сверху. Теперь сюда нужно добавить чеснок. Можно добавить свежий, но у меня, к сожалению, свежего нет, есть только сушеный. Заливаем. Я возьму где-то половину упаковочки сливочного. Нарежу его дольками. Сливочное масло нарезаем и раскладываем вот так вот поверх. Разложили сливочное масло сверху. Ставим на плиту. Накрываем крышкой. На четверочке оставляем томиться. После того, как закипит, оставляем на 60 минут. Ложку сахара, соли, уксус, еще 60 минут тушить, и все готово.